Hello, друзья, с вами StiffPro, и сегодня вторая часть вскрытия файлов Майнкрафта Pocket Edition 0.15.0. Но, как помните, в той части мы успели посмотреть всего лишь одну папку. Ну и сегодня мы попытаемся рассмотреть, конечно, несколько папок, если это нам удастся. Но если нам это не удастся, то нам опять же придется собрать 50 лайков, после чего выйдет новая серия. Да, в этот раз мы собрали довольно быстро. Ну и давайте начинать, друзья. Вот, наша вторая папочка, это будет папочка Лип. Ну, так, здесь смотрю, ничего интересного, и, возможно, мы сегодня, наверное, закончим, да, друзья. Так, здесь есть несколько папочек, Color. Да, язычок очень классный. Ну, возможно, это отвечает что-то за цвет, потому что написано Color, друзья, а Color Palette это как цвет. Здесь у нас есть даже картинки, но это у нас иконки нашего Майнкрафта, друзья. И здесь, если внимательно приглядеться, то можно прочитать, что Майнкрафт виртуальной реальности или Майнкрафт виртуальной версии, друзья, что-то типа того. А это у нас просто обычная иконка нашего Майнкрафта, друзья, ничего необычного. Ну, давайте дальше. Так, здесь опять же очень много разных текстовых файлов, ну, давайте, как сказать, и дальше. Здесь опять очень много иконок, давайте их все рассмотрим. Но они почему-то очень плохо детализированы. Плюсик, крестик, друзья, персонаж, и, возможно, это персонаж, это, друзья, персонаж из Xbox, когда мы ходили в Xbox Live. Если кто-то ходил туда, то вы поймете, о чем сейчас идет речь. Так, это у нас три туточки, это у нас буква G, поиск, крестик опять, ну и больше ничего. Так, здесь у нас что? Здесь у нас иконка нашего Майнкрафта. Я не знаю, почему здесь две иконки, друзья. И иконка Микрософта. Да, или иконка, ну, телефона Nexus, друзья. Наверное, все знают телефон, но мы идем дальше. Здесь очень много иконок, опять же, эти иконочки. Так, эти кнопочки мы уже видели. А почему же они у нас, друзья, повторяются? Ну, это очень странно, но все же разработчики, они тоже очень странные. Здесь тоже самое, друзья. Здесь то же самое. Здесь то же самое. И здесь у нас текстовые файлы, которые открыть мы, конечно, можем. Но прочитать, что здесь у нас находится, мы, конечно, не можем. Ну и если, друзья, присмотреться, то можно увидеть какую-то ссылку. Да, вот эта ссылочка куда-то она у нас ведет, друзья. Я не знаю, конечно, куда она нас ведет, но можно это все, конечно, будет посмотреть. Так, последняя папка, это у нас меню. И опять же текстовый файл, который нам ни о чем не говорит. Ну что ж, да, друзья, мы быстро посмотрели файлы Майнкрафта, и, наверное, мы на этом будем заканчивать. Да, здесь опять же ничего не понятно. Мы видим версию Майнкрафта 0.14.2. Ну и по идее ничего важного мы больше не видим. Ну и, наверное, все эти файлы я теперь буду удалять, потому что они мне больше не нужны. Ну что ж, вот такая маленькая серия у нас получилась сегодня. Ну на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.